Даже если вы заняты чем угодно, то это лучше. Да, друзья, значит, итак, трансляция включена. Добрый вечер всем, кто с нами в Zoom. Добрый вечер всем, кто смотрит трансляцию, кто будет потом смотреть видеозапись. Это курс лекций, который Центр современных марксистских исследований философского факультета МГУ и журнал «Альтернативы» предлагают для всех желающих. Ну, непосредственными инициаторами этого курса стали несколько марксистских кружков, объединенных сетью «Вектор», Молодежный университет современного социализма, ну и те студенты, которые посещают межфакультетский курс Бузгалина, плюс некоторые из актива «Альтернатив». Я предлагаю вам уже вторую лекцию. Первая была посвящена своего рода введению, характеристики основных тем, программы и других параметров. Лекция 8 марта у нас не состоялась, но это была совершенно фантасмагорическая идея Бузгалина, видимо, мертворожденная идея. Поэтому сегодня мы продолжаем нашу работу. И, естественно, она будет посвящена прежде всего методу политической экономии и, в частности, методу капитала. Я позволю себе начать не с капитала, а с некоторых азов любой научной методологии, потому что, как показывает мой опыт, далеко не все те, кто работает даже в рамках марксистской парадигмы, сколько-нибудь активно используют элементарные начала общенаучной методологии, а системный метод, проблема использования математических методов – это часть вот этих важных проблем преддиалектического исследования. А, собственно, диалектическое исследование, высший пилотаж – вот это главный предмет нашей сегодняшней лекции. Я сейчас включу презентацию, надеюсь, она нам поможет с вами. И будем работать в нормальном режиме. Так, где у нас анимация? Нет, что-то у нас не хочет работать. Давайте-ка вернемся назад и попробуем вот так запустить. Да. Теперь, я думаю, вам презентация видна в достаточном формате, да? Кивните кто-нибудь головой. Маша, вам видна презентация? Замечательно. Да, все в порядке. Отлично. Итак, простейшие характеристики системного метода, позитивизма, постмодернизма и математического моделирования и главный вопрос – диалектический метод. Первые вопросы я буду очень коротко, проскакивая детали, вам рассказывать, потому что здесь очень многое очевидно. Итак, система – это совокупность элементов, соединенных при помощи определенной структуры, и главное отличие системы от хаоса элементов – это наличие системного качества. Системное качество – это то качество, которое не сводимо к сумме качеств элементов. Простейший пример. Сумма качеств всех тех, кто сейчас находится в зуме, не сводима к тому качеству, которое нас объединяет. Курсу лекций по марксистской политэкономии, в данном случае лекции по методу капитала. Этим качеством мы обладаем только тогда, когда мы вместе работаем. Вы слушаете, задаете вопросы мысленно или вслух критикуете лектора. Бузгалин пытается что-то рассказать, доказать, объяснить. Вот в этом состоянии каждый из нас становится элементом системы, которые соединены связью диалога, пока еще монолога Бузгалина, и обладает качеством участника этого процесса только тогда, когда он включен в наше пространство. До начала лекции вы этим качеством не обладали, я тоже. После конца лекции ни я, ни вы этим качеством обладать не будем. Соответственно, системное качество задает границу системы, а если система развивающаяся, то ее предел. Если мы говорим о структуре, то здесь для любого исследователя встает вопрос о том, по какому критерию структурировать элемент. Если мы говорим о науке, а если мы говорим об объективной реальности, исходя из каких принципов, ну, точнее, правильно, на основе какого системного качества
как определенного системного качества, мы можем отобразить объективную структуру элементов системы. То есть мы должны понять, какой объективный критерий задает объективную структуризацию объекта. Этот объективный критерий будет предопределен системным качеством. Есть объективный процесс, лекция Бузгалина. Есть объективно заданная структура. Ее определяет системное качество. Системное качество в чем? В том, что это лекция. Лекция предполагает, что есть лектор, и есть те, кто ее слушает. Эту самую лекцию участвует в диалоге, задает вопросы, критикует лектор. Вот, соответственно, системное качество предопределяет структуру, в которой существует объектив. И отражена в данном случае теоретически. Хочу сразу подчеркнуть, что господствующая сейчас экономическая теория – это неоклассическая экономическая теория или так называемый экономикс. Многие из вас знакомы с тем или другим вариантом структурирования учебников экономикс, микро-макроэкономики. И мне хотелось бы задать вам традиционно мною адресуемый студентам или слушателям вопрос. Система ли то, что описано в учебнике экономикс? Любом. МакКоннелл и Брюм, Самуэльсон, какой хотите. Можно взять российский учебник. И в данном случае посмотреть, как это все устроено. Я думаю, что там будет не слишком строго использован системный метод, если он будет использован вообще, если можно будет вообще найти его следы. Политическая экономия – это наука, которая использует не просто системный, а диалектический метод. Но в любом случае система производственных отношений – это тот объективный объект, который изучает политэкономия. Причем система производственных отношений в взаимосвязи с производительными силами и с надстройкой. И вот этот предмет, его структура, его элементы задают предмет и структуру политической экономии, в частности, марксистской политической экономии. Но об этом мы будем говорить с вами позже на примере диалектического метода, поскольку «Капитал», в отличие от некоторых учебников по политэкономии, основан на диалектическом методе, о чем четко и неоднозначно заявил сам Маркс. Несколько слов о проблеме позитивизма и о том, почему это проблема. Позитивизм относительно просто устроен в первом приближении. Это изучение фактов, построение теоретических гипотез и проверка этих гипотез, верификация или фальсификация. Казалось бы, ничего другого в науке быть просто не может. Однако есть довольно сложный спектр вопросов, который показывает, что возможно несовпадение теории фактов, при этом и то, и другое будет истинно. И как они могут в этом случае не совпадать? Ну, я приведу только один из примеров, который я часто привожу студентам. Если мы попадем на машине времени в европейское средневековье, какой-нибудь 12-13 века, то мы заметим, что фактом является деление людей на аристократов и простолюдинов. Все факты и все теоретические модели доказывают, что это именно так. Теология, проповеди священников, практики отношений между сеньором и вассалом – все доказывает, что человек от рождения является либо сеньором, либо сеньором, дворянином, либо простолюдином, крепостным, сервом, ну, там были разные варианты крепостных, рождается таковым и умирает таковым. Таковы факты. Приходит теоретик Пико де ла Мирандола, Томас Мор, широкий спектр гуманистов, который доказывает, что люди от рождения равны, и для них не характерно деление на аристократов и простолюдинов. Ему говорят, посмотри, факты доказывают противоположное. Он говорит, тем хуже для фактов. И дальше начинается переход от фактов к практике. Вот сейчас, пожалуйста, нота бена, важный момент. Практика – это субъективно понятая общественная жизнь. Точнее, даже не субъективно, а субъектно. Субъект творит историю, изменяет факты, создает новые в соответствии с законами самой объективной реальности. Не волюнтаристски, а с законами этой реальности. Если он творит историю вопреки этим законам, то история больно за это наказывает. И вот в соответствии с теорией
доказывающий, что историческое развитие может и должно привести к обществу, где не будет сословного неравенства, монархии, клерикализма. Сначала создается системное теоретическое знание, а затем в связи с ним, хотя не всегда в связи с ним, происходят буржуазные реформы и революции, и действительно возникает та практика, где нет сословного неравенства. Возникает новая теория, которая говорит, что деление на бедных и богатых – это не вечное деление, что человек не является естественным эгоистом, ну и так далее. Вот это очень важный компонент. Далее я не буду ни на чем останавливаться, кроме того, что позитивизм не различает, как правило, если он не перемешан с марксистской диалектикой в каком-то сложном какой-то сложной комбинации, не различает содержание и превратные формы. Я специально введу уже сразу, прямо здесь, понятие превратных форм. Кстати, обычно их называют превращенными. Но слово «превращение» – это что-то из волшебства, да? Или из химии. Превратные – это извращающие содержание. Превратная форма создает видимость не того содержания, которое есть на самом деле. Ну, классический пример, ну, не классический, смешной и одновременно яркий пример, который я часто использую тоже, извините, если для кого-то это повтор. Это мужик в медвежьей шкуре, который в театре пугает почтенную публику, изображая страшный рык и грозя пожрать маленьких детей, пришедших на спектакль. Я до сих пор помню, как я был малышом, как мне было страшно. И даже некоторые бабушки, это было в глухом местечке Советского Союза, полуграмотные бабушки прятали своих детей от страшного медведя, и даже некоторые пытались убежать из зала. Вот шкура медведя, рык и все остальное было превращенной, точнее, превратной формой, ибо скрывало действительное содержание. Спектакль, в котором актер играл медведя. Вот такие превратные формы характерны для мира отчуждения, для рынка, для капитала, для бюрократического подавления человека. И с этим обязательно надо считаться. Маркс в «Капитале» великолепно показал эти формы. И не только в связи с заработной платой и прибылью, но об этом как-нибудь потом. Постмодернизм. К сожалению, сегодня марксизм во многом ушел в эту сферу. Это пространство, где реальность и теория подвергаются деконструкции, потому что отрицаются большие нарративы. Постмодернизм стал особенно популярен после того, как Маркс и марксизм были объявлены чем-то, что должно быть выведено из пространства науки. ФРГ уволили всех ученых из ГДР, обществоведов. В России почти запретили преподавать марксизм. Ученые-марксисты оказались в меньшинстве в положении изгоев. В мире в целом положение существенно изменилось после ухода СССР и мировой социалистической системы, почти полностью с исторической арены. И в результате возникло среди левых разочарование в марксизме. Правые еще раньше разочаровались в любых больших нарративах. И дорожку к этому, кстати, протоптал пост и нео и постпозитивизм. И в результате было сказано, больших нарративов нет, критериев прогресса нет, критериев истины нет, критериев добра и зла нет, критериев красоты и безобразия нет. Особенно постмодернизм активно себя проявил в эстетике, ну и во всех других сферах. Мир предстает в виде знаков, которые не обязательно имеют свое значение. Симулякр, симуляция того, что что-то есть. Ну, лучше всего это показано, на мой взгляд, лучше всего, в книге Бодрияра «Политэкономия знака», где он показал, как сегодня на рынке продают и покупают знаки, не имеющие своего обозначаемого объекта, пустые знаки. Ну, соответственно, деконструкция реальности, деконструкция теории привела к тому, что ученые стали по преимуществу работать с текстами, которые имеют контексты, по поводу которых высказываются определенные суждения и даже не умозаключения, теоретические обобщения, а некие взгляды по поводу симулякров, которые отражают деконструированную, детерроризированную, лишенную терры основания, действительность.
Субъект для всего этого не нужен, происходит десубъективация, и вот в этом пространстве вертится ученый. Типичный пример постмодернистской работы – это размышление о том, как исследователи X, Y и Z трактуют текст ученого Альфа, который написал нечто о тексте, скажем, Жан-Поль Сартра. Вот это классический пример постмодернистского исследования. Я сейчас не буду дальше рассказывать про сбрендившую экономику, фиктивный капитал, эффективные блага, превратный, вот такой бессмысленный сектор, сектор мусора, сектор симулякров. Просто укажу на то, что они есть. Ну и давайте мы сейчас, наверное, пойдем вперед и посмотрим на диалектический метод. Да, собственно, главный предмет нашего исследования. Я позволю себе начать наш разговор сразу с политэкономического примера и с противоречия товара. Причем противоречие, которое Маркс упоминает мельком, Ленин рассматривает специально и очень подробно и умно, и в то же время просто растолковывает Николай Владимирович Хесин, мой учитель, профессор МГУ, давно ушедший от нас, но оставшийся с нами в теоретическом смысле, как педагог, как ученый. Есть замечательная книга Николая Владимировича Хесина «Теория товара и стоимости. Капитали Маркса», изданная еще в 1964 году и не устаревшая до сих пор. И вот там он показывает, что в основе противоречия потребительной стоимости и стоимости, в основе противоречия частного общественного труда лежит противоречие обособленности производителей в системе общественного разделения труда. С одной стороны, обособленность производителей, значит, абсолютная независимость их друг от друга. С другой стороны, система общественного разделения труда, значит, всеобщая зависимость всех от всех. В одно и то же время, в одном и том же отношении. Все друг от друга независимы и технологически, и производственно, и психологически, и все от всех зависимы. Каждый хозяйствует за свой счет. Берет любые средства производства, производит любую продукцию, которую он хочет, несет ее на рынок, предлагает кому хочет, по цене, которую он хочет. Ресурсы для этого находятся самостоятельно. Естественно, это абстрактная картина товарного производства, где мы абстрагируемся, чисто формально, здесь еще нет диалектики, абстрагируемся от того, что есть феодальные цеха, или есть государственное регулирование, или есть монополия, или есть психологические факторы, скажем, сумасшедший товаропроизводитель, да, какой-то шизофреник. Вот от всего этого мы абстрагируемся. Мы берем чистую картину чистого рынка. Вторая сторона медали – общественное разделение труда. Человек производит в условиях зависимости от всех других. Он получает средства производства от других. Все средства производства – сырье, материалы, орудия труда, энергию и так далее. Он производит, ориентируясь на систему общественного разделения труда. Он не для себя производит продукцию. Булочник печет булки не для себя, он печет их для тех, кто любит булочки. Ему булки уже надоели до посинения. Это пример Адама Смита, поэтому я использовал булочника. Он зависит от всех остальных, потому что если он не продаст булки, он не сможет обеспечить воспроизводство, обеспечить покупку новых средств производства и снова испечь булки, и обеспечить какую-никакую ресурсную базу для самого себя, получить стоимость, достаточную для воспроизводства его рабочей силы, его как товаропроизводителя и соответствующих средств производства и так далее. Давайте попробуем, вот как любят противники диалектики, убрать одну из сторон. И, скажем, создать систему, в которой нет общественного разделения труда, но есть обособленность, частный характер труда производителей. Что мы получим? Пожалуйста, коллеги, кто из нас присутствует в Zoom, любой из вас может дать ответ, кроме тех, кто уже слушал лекции Бузгалина. У нас есть те, кто не раз и не два меня слушал, кроме вас, пожалуйста. Каким будет экономика, хозяйство в системе, где есть обособленность, но нет общественного разделения труда? Каждый из вас и в Zoom, и онлайн, и кто будет смотреть видео, не раз и не два участвовал в таком хозяйственном процессе.
Ну, я не буду держать долго паузу. Думаю, все из нас раньше или позже когда-нибудь работали и будут работать на даче, где картошка вами же сажается, вами же окучивается, вами же собирается и вами же съедается. Ну, если не картошка, то огурчики, если не огурчики, то клубника, если не клубника, то цветочки. Неважно. Вы абсолютно независимы, вы частные производители, но общественного разделения труда нет. В результате мы имеем натуральное хозяйство. Систему, которая была господствующей на Земле на протяжении тысячелетий. Единственное, что связывало людей в эти периоды, ну, где-то на периферии торговля, в большинстве случаев насилие. Помещик или деспот, или рабовладелец отнимали часть продукции у крестьянина. Война вела к массовому дележу добычи. И вот таким образом осуществлялся обмен деятельностью. На смену приходит товарное хозяйство, где есть обособленность разделения труда. Давайте теперь попробуем наоборот, убрать обособленность производителей, частный характер труда. Но у нас будет разделение труда. Какую мы получим систему? Большинство из тех, кто принадлежит к моему поколению, тоже прекрасно ее знают. Те, кто не принадлежит, знают ее из истории. Социализм? Да, социализм, но обычно экономисты предпочитают не называть формацию. Многие из экономистов боятся просто этого слова. Говорят о плановой экономике. Ну, действительно, в данном случае речь идет не о каких-то целостных чертах социализма, а о том, что эта система плановая. Тем самым мы не можем убрать противоречия. Только единство этих двух сторон задает рынок и задает его границы. Давайте посмотрим, что будет, если мы начнем сворачивать обособленность производителей. Скажем, мы начнем развивать общественное регулирование. Вот промышленная политика, то, о чем сейчас много говорится в России. Одним производителям кредиты дорогие, другим производителям государство дает особые кредиты под 0,5%. Вот это сейчас реально ситуация для оборонно-промышленного комплекса и ряда других предприятий с ним связан. В одних предприятиях есть государственные инвестиции, у других нет. Одним предприятиям налоги ставят высокие, другим низкие. А каким-то предприятиям вообще предписывают что-то производить, если они это не производят, скажем, в рамках оборонзаказа, руководители могут быть сурово наказаны. Это подрыв обособленности производителей. Рынка становится меньше, все меньше и так далее. Ленин писал о том, что подрыв обособленности производителей осуществляет монополии, привносит туда элементы планомерности в эту экономику. Тем самым, чем меньше обособленности, тем меньше рынка. Другой вариант. Мы сворачиваем общественное разделение труда. Вот в России 90-х годов. Распад хозяйственных связей в рамках СССР существовавшего, распад Советского Союза, разрыв между регионами, разорение значительной части экономики, переход где-то к бартеру, где-то к натуральному хозяйству. Рынок, хотя он формально становится всеобщим, потому что план уничтожили, но вследствие сворачивания разделения труда его возможности сокращаются. Сейчас санкции, снижение возможности общественного разделения труда, опять сворачивание рынка и проблемы для рыночной экономики. Я хочу обратить внимание, проблемы для рынка могут быть прогрессом. Если вместо рынка рождается эффективная плановая система, слава богу, это прогресс. Но рынка становится меньше. Для рынка внутри рыночной системы это регресс, это ее подрыв рыночной системы. Тем самым вот это противоречие, просто на примере этого единства и противоположности, я показываю, как работает диалектический метод. В дальнейшем мы получим целую систему противоречий в капитале, причем каждое противоречие обязательно будет разрешаться. Противоречие, если оно не разрешается, ведет к стагнации, кризису и краху системы. Вот как разрешается противоречие рынка, мы разберемся чуть позже. Давайте теперь посмотрим о абстрактном и конкретном. Посмотрим на проблему абстрактного и конкретного. Значит, первый шаг на этом пути – это определение. Простейшее определение абстракции, которое потом уточню
и во многом даже изменю, но первичное даже не определение, а представление об абстрактном и конкретном. Это представление об абстрактном как одностороннем знании, об односторонней предметности. Вот обычно любят в этом случае приводить пример будильника. Знаете, такие механические будильники были, но отчасти, может быть, есть сегодня. Ну, или любой другой конструктор детский. Вы разбираете машинку или будильник на части. В каждой из частей есть одностороннее состояние предмета. Некоторые части этого предмета. Соответственно, знание о предмете. Если мы знаем о будильнике только то, что в нем есть шестеренка, или пружинка, или корпус, или стрелка. Это одностороннее знание о предмете. Ну, точно так же, как можно сказать, что человек – это тот, у кого две ноги. Или человек – это тот, кто говорит. Или если посмотреть на Бузгалина, человек – это тот, у кого есть лысина. Ну и так далее. Да? Одностороннее представление о предмете. И односторонняя реальная черта. В ряде случаев под абстракцией, но не в рамках метода капитала, понимают некоторую абстрактную общность, формальную общность. Не реальное единство, а некоторое формальное сходство. Ну, например, сходство, я не знаю, стула и кошки. И у того и у другого четыре ноги. Да? Четырехногое нечто. Да? Абстракция, абстракция. Формально общее. Соответственно, конкретное. Конкретное, да, и в ряде случаев под абстракцией понимают то, что мыслится, в отличие от того, что существует реально. Это последнее сведение абстрактного к мыслимому, к идеальному, а конкретного к реальному очень широко распространено. В том числе в ряде случаев это общераспространенное слово выражение, точнее слово понимание, присутствует и в «Капитале» Маркса, и в комментариях Маркса. Сразу хочу это сказать. На мой взгляд, это общеупотребимо, привычно, но не позволяет проникнуть в диалектику абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. Во всяком случае, если понимать ее так, как понимал Эвальд Васильевич Ильенков, его предшественники, Ленин, я думаю, что и сам Маркс. Но по этому поводу есть большие споры. Итак, абстракция в данном случае на уровне первого приближения – это односторонняя, частичная, фрагментарная, объективная реальность и соответствующее знание – односторонняя, фрагментарная, частичная. Конкретное – это, соответственно, единство многообразного, единство этих элементов, соединенных в систему, подчеркиваю, мы уже знаем простейшее представление системы, соединенные в систему и в реальности, и в идеальном пространстве, в мыслительном, в мышлении, в познании. Если мы идем дальше, то мы оказываемся в пространстве, которое я упустил, и к математическому моделированию я вернусь позже. Сейчас я хочу просто немножко пробежаться вперед и еще раз, точнее вернуться назад, еще раз подчеркнуть, что в диалектическом методе противоречие есть критерий истины, а отсутствие противоречия есть критерий заблуждения. Это великий тезис Гегеля. А великий тезис Энгельса говорит о том, что диалектика, она требует к себе предельного внимания, ибо забвение ее ведет к диким суевериям и односторонности знания о мире, как правило, на уровне превратных форм. Кстати, во многих случаях исследователи в области естественных наук, пользующиеся математическим аппаратом, даже не представляют о том, насколько они диалектически исследуют естественные процессы и насколько реальности они являются диалектиками. Ленков об этом очень много говорил, в том числе с большими учеными из области физики, но это как-нибудь оставим в стороне. Вот о противоречиях я только что вам говорил, поэтому, но мне хотелось бы обратить внимание на то, что эти противоречия разрешаются. Извините, я чуть-чуть забежал вперед с абстрактным и конкретным, но мне хотелось, чтобы сразу эти категории были прояснены и не путались в нашем сознании. Итак,
Противоречие обязательно разрешается. Это разрешение противоречия есть саморазвитие. То, что противоречие есть всегда разрешение и воспроизведение. Соответственно, система развивается вследствие этого и идет к своему концу. Любая система с точки зрения диалектического метода имеет начало и конец, и противоречие гонит ее к концу. В конце концов, противоречия убивают эту систему и порождают новую. Кстати, на этом основано предвидение научное в диалектике, на понимании того, как может и должна разрешиться система противоречий данного социального феномена, скажем, капитализма. Противоречия внутри системы гонят ее, как я уже сказал, к концу, постоянно усложняя, делая более многообразными и сложными знания о нашем предмете. Я это покажу потом на примере диалектики восхождения от абстрактного к конкретному. Теперь давайте вот еще разочек уточним определение. В рамках диалектического метода, метода, отражающего диалектику реальности, то есть развитие, оказывается, что абстрактная односторонняя характеристика предмета есть характеристика его неразвитого состояния. Я вам потом буду приводить этот пример не раз. Желудь есть черта дуба, но одновременно есть его самое неразвитое состояние, из которого потом появляется одна единственная веточка, она же стебелек, она же листочек. Потом есть вот эта веточка, стебелек, листочек и желудь, из которого вырос этот первый росточек. Потом от нее отделяются веточки, какие-то протолисточки, протоветочки. Потом это все усложняется, усложняется, становится все богаче и богаче. Соответственно, конкретно это, во-первых, единство многообразного, но, во-вторых, это очень важно, это результат, взятый со своим становлением. Дуб – это и желудь, и листочек, который там, стебелечек появился, и маленькое деревце. И все это взятое вместе со своим процессом развития, генезиса, развития и прихождения, умирания. Точно так же и истина капитализма есть не описание капитализма там, 19 или 20 века, а есть описание всего богатства исторического развития капитализма в его закономерных чертах, без зигзагов истории, но об этом позже. Поэтому конкретно есть результат со становлением, результат, рассмотренный в развитии, а не статично. Соответственно, метод восхождения от абстрактного к конкретному – это метод отображения того, как абстракция переходит к более конкретному, еще более конкретному, еще более конкретному целому. Товар, противоречия товара, разрешаясь, порождают деньги. Если товар – это то, что одновременно должно быть продано и может быть не продано. Это стоимость, которая еще не доказана. А когда она доказана, то акт обмена уже прошел. И снова надо доказывать, что товар есть стоимость, его можно продать. То это противоречие разрешается в виде денег. Деньги всегда всем нужны. Это всеобщий эквивалент. Разрешили противоречие товару. И получили реальность, в которой есть деньги, как товар особого рода, и просто товар. Знаменитая формула движения – товар, деньги, товар. Усложнилась ситуация. Деньги, товар, обмен товаров на деньги. Есть более сложная, более конкретная реальность, чем товар. Мы продвинулись от абстрактного к конкретному. Причем и в реальности, и в познании. И там, и там. Далее оказывается, что деньги качественно безграничны, но количественно ограничены. На деньги можно купить все. Дом, еду, станок, дворец. Ну, извините, это то же самое, что дом, только гораздо лучше, да? Говорят, даже честь и совесть можно купить на деньги. Но денег всегда мало. Даже если у вас 10 миллиардов, вы абсолютно несчастны, потому что есть тот, у кого 100, ну и так далее. Как разрешить противоречие между качественной безграничностью и количественной ограниченностью денег? Очень просто.
сделать процесс бесконечным. Какой процесс? Процесс самовозрастания стоимости. Процесс превращения 100 долларов в 110, миллионов 2, миллиардов 3. Деньги, которые приносят деньги с приростом. Это разрешение противоречий качественной безграничности, количественной ограниченности денег. Что есть деньги, которые приносят деньги с приростом или прибыль? Это капитал, его простейшая определенность. Капитал есть деньги, но не только деньги. Это деньги, которые приносят прибыль. Капитал есть товар, потому что он вырастает из противоречий товара и денег и содержит движение товара, товарное производство и так далее. То есть капитал есть более конкретный, чем деньги. И по отношению к капиталу деньги есть абстрактные. Дальше мы выясняем, что капитал есть не просто капитал, как самовозрастающая стоимость, а есть эксплуатация наемных рабочих, и появляется товар рабочая сила, появляется постоянный переменный капитал, прибавочная стоимость, ее виды, а дальше зарплата, прибыль и все остальное. Система все более и более усложняется через разрешение противоречий. Но конкретным является не какая-то особая категория, скажем, прибыль, или процент, или торговый капитал, или зарплата. Конкретным является вся совокупность категорий в их развитии, от товара к деньгам, простейшей формуле капитала, всеобщей формуле капитала, к выделению товара, рабочей силы и так далее, и тому подобное. Вот это пример на капитале, как происходит восхождение от абстрактного к конкретному. Вот дальше должна быть картинка. Давайте вот мы ее посмотрим сначала, потом вернемся к историческому логическому. Вот это картинка, где происходит движение от абстрактного желудя, который есть часть дуба, да, к этому росточку, деревцу и так далее. При этом в желуде скрыт дуб. Желудь есть то, из чего вырастет дуб. А дуб есть то, что вырастает из желудя. И, соответственно, в данном случае мы имеем вот эту картинку, которая немножко иллюстрирует то, о чем я только что рассказывал, наверное, несколько замысловато. Кстати, те, кто будет нас смотреть потом, и, может быть, вы смотрите в онлайн, у меня взгляд все время косит направо, не потому что я косоглазый, а потому что у меня картинка ваших лиц справа. Видимо, надо как-то было бы ее повернуть, но тогда мне будет плохо видно слайда. Поэтому простите меня, если я иногда показываю, поглядываю в правую часть экрана, а не непосредственно в объектив. Мне иногда хочется посмотреть на ваши лица и вашу реакцию. Так, вернемся к... Так, что у нас дальше? Дальше давайте мы вернемся к проблеме исторического и логического. Если мы говорим о восхождении от абстрактного к конкретному, то мы имеем в виду отслеживание действительного процесса развития вот, из желудя к дубу, из товара к капиталу во всем его многообразии, но очищенное от исторических зигзагов. А реальный ход развития, исторический процесс, он полон многообразных различных явлений. Он не включает не только закономерное, необходимое, но и случайное. Это многообразие случайных исторических процессов требует очищения, выделения закономерностей, того, что называется логическим. И в отличие от логического, понимаемого обычно как только мысленное, материалистическая диалектика, во всяком случае, еще раз говорю, в интерпретации Ленина и Ильенкова, это и закономерный ход развития системы от элементарного состояния клеточки к наиболее развитому состоянию, и теоретическое отражение этого процесса. Поэтому Ленин в свое время написал в качестве афоризма с восклицательным знаком по поводу логики, теории познания и закономерного самого процесса развития, что не надо трех слов, это одно и то же. Это, конечно, не совпадающее пространство с точки зрения познающего субъекта, но это действительно единый процесс. Поэтому мы, исходя из этого постулата, можем говорить о том, что отражение закономерных процессов в истории и есть что? Единство исторического и логического. Причем логического и как теоретическое, и как объективное закономерное движение реального процесса. Что еще следует к этому добавить? То, что
экономические системы историчны. И капитал Маркса – это не характеристика экономики вообще. Это характеристика определенной экономической системы, которая имеет начало и конец, которая рождается, развивается и идет к своей гибели. Недаром первый том «Капитала» заканчивается знаменитой фразой «Экспроприаторов экспроприируют», бьет часть капиталистической собственности. Да? А третий том включает знаменитый фрагмент о скачке из царства необходимости в царство свободы – коммунизм. Но здесь есть очень интересный вопрос. Маркс начинает с товара, который затем развивается в деньги, в капитал и во всем многообразии его явлений. Встает проблема, что есть предмет капитала. Только капитализм, которым товар воспроизводится как продукт капитала, или все развитие, начиная от мелкого товарного производства, развивающегося к деньгам, товарно-денежным отношениям, затем к первоначальному накоплению капитала и противоречиям этого первоначального накопления, и далее к капитализму эпохи простой кооперации, мануфактуры, индустриальному капитализму, концентрации, централизации капитала и так далее. Вот здесь есть большой спор. Часть ученых считает, что движение идет у Маркса, то есть Маркс изучает только зрелый капитализм. Исторические процессы здесь ни при чем, совпадение может быть, но оно чисто случайно. Ну или не имеющее, так сказать, закономерных оснований, скажем так. Другие ученые, в том числе, так сказать, есть соответствующие доказательства, Владимир Ильич Ленин, Ильенков, его последователи, Николай Владимирович Сесин, в том числе и ваш покорный слуга, считают, что капитал есть отражение, теоретическое отражение и исторического развития от товарного производства к капитализму через его соответствующие стадии и отражение структуры зрелой системы. Потому что структура капитализма – это структура, где есть товар, деньги и так далее, а не просто разобранные на части будильника. Этот спор очень интересен, сложен. С одной стороны Ильенков, с другой стороны Вазюлин, с одной стороны Хесин, с другой стороны Тронев. Хесин во многом опирается на Маркса и Ленина. Противники Хесина, как правило, Ленина игнорируют, считая, что он упростил понимание капитала. Здесь есть очень много тонкостей методологических, теоретических, причем как политэкономических, так и философских. Но есть и политический, идеологический вопрос. Если Маркс исследует в капитале развитие от товара к деньгам и к капиталу как единую систему, то товарное производство и капиталистическое производство есть генетически единая система. И начало этой системы есть товарное производство, которое неизбежно ведет к капитализму, который заканчивается с переходом к коммунистической системе. Либо второй вариант. Капитализм рождается сразу в единстве товара, денег, наемного труда и так далее. Из этого спора, казалось бы, об истории, вытекает еще одно следствие. Сторонники того, что Маркс исследует только развитый капитализм, еще товарное производство, предшествующее капитализму, не имеет с ним органической связи, на этом основании делают вывод, что товарные отношения есть то, что обслуживает, именно этот термин используется, обслуживает различные способы производства. Товарное производство, рынок, может быть полезен для развития феодализма, для развития рабовладения, для развития азиатской деспотии. Соответственно, он может быть полезен и для социализма. Ибо это не начало капитализма, не единая с капитализмом система, а нечто нейтральное по отношению к господствующему способу производства, обслуживающее его. Позиция Хесина, восходящая к позиции Ленина, восходящая к позиции Маркса, на мой взгляд, я думаю, это доказано в работах и Хесина, и Ленина,
Это другая позиция. Товарное производство ежедневно, ежечасно и в массовом масштабе рождает капитализм. Цитата Ленина. И мы на этом, мы в этом убедились. В условиях НЭПа, когда мы ввели торговлю, она тут же породила кулака в деревне, НЭПмана в городе и соответствующие противоречия, политику и все остальное. Мы стали развивать товарное производство, товарные отношения в рамках горбачевской модели перестройки. И тут же получили массовое развитие сначала теневых, а потом легальных бизнесменов, все речь капиталистов, социальное неравенство, обнищение одних, обогащение других. Это происходит всякий раз. Безусловно, возникает вопрос, почему товарное производство на протяжении тысячелетий не смогло породить капитализм? Интересный вопрос. Ответ на него сложен. Более того, товарное производство порождало наемный труд и капитал и в Древнем Риме, и в других обществах пару тысячелетий назад, и при феодализме. Но почему-то чего-то не хватало, чтобы возник капиталистический строй во всем его богатстве и нищете, с наемным трудом, с капиталом, накоплением, неравенством и так далее. Я этот вопрос комментировать не буду и отвечать на него не стану. Давайте делаем его открытым. В рамках спецсеминара по капиталу мы с этим разбираемся, в рамках общего курса лекций мы этого делать не будем. Однако, если возвращаться к проблеме исторического и логического, то я могу зафиксировать, что исторический процесс, он подобен реке. Реке Волги, которая, как известно, впадает в Каспийское море и в общем и целом течет с севера на юг. Ну, так, немножко с северо-запада, немножко на юго-восток. Но поначалу это движение осуществляется на восток, на север местами, в течение огромного количества зигзагов. Реальный исторический процесс неравномерен, нелинейен в пространстве и во времени. Могут возникать попятные движения истории. Начало генезиса капитализма. Товар порождает деньги. Деньги порождают первоначальное накопление капитала, торговый ростовщический капитал. А потом назад, вплоть до натурального хозяйства. И такое бывало не раз и не два на протяжении тысячелетий истории превращения товара в капитал. Вот это русло движения к этой реке Волги – это многообразие исторического процесса. Если вы проведете прямую линию, то получите закономерный ход движения истории, который в реальности не реализуется, но объективно, как красная линия истории, существует, как закономерность объективного процесса существует, и поэтому может быть принят во внимание. И заодно здесь возникает проблема, может и должен ли субъект, исторический субъект, массы, которые творят историю, спрямлять этот ход, ну, скажем, прорыть канал, спрямив течение реки. Этот канал – это реформы, в ряде случаев может быть и революция, если мы переходим от одной системы к другой. И здесь возникает масса вопросов о том, как не превратить этот канал в насилие над историей, которое может обернуться чудовищными жертвами, как при строительстве каналов при помощи рабского труда. Я не случайно сейчас привожу цитату из Маркса про диалектику, которая внушает ужас филистеру, обывателю, конформисту. Действительно, диалектика подвергает критике существующее. Она видит проблему и противоречие во всем. В том числе, кстати, и в коммунизме. Это очень противоречивая система, во всяком случае, если судить по его росткам. Она видит проблему и противоречие в том, что кажется обывателю чем-то стабильным и естественным. Она ничего не принимает как естественное. Нельзя сказать, что человек естественный эгоист. Нет. В нем противоречия, которые привели от человека патриархального к человеку, экономическому эгоисту, который любит деньги, и поведут дальше человеку творческому, коммунистическому. И поэтому диалектику обыватель, конформист не принимает.
Конформист – это тот, кто смирен, согласен с существующим как единственно возможным естественным порядком вещей. Он не критичен, он подчиняет себя господствующим правилам, господствующим отношениям, власти, власти денег, власти бюрократии, власти помещика, власти хозяина, чей угодно. Он подчинен, не критичен, не деятелен. Он лишен преобразовательной энергии. Он не стремится познать и творить, изменяя жизнь в соответствии с ее законами. Поэтому диалектика, на самом деле, в обществе конформистов отторгается. Отторгается на уровне здравого смысла, отторгается на уровне инстинкта. Потому что если ты начинаешь смотреть на мир диалектически, ты чувствуешь, что ты конформист, что ты марионетка, которую дергают за ниточки. Хозяин на заводе, начальник на предприятии, на какой-нибудь конторе дергает за ниточки. Кто-то, кто от тебя требует купи-купи, то ли ребенок, то ли жена, то ли муж, то ли бабушка, то ли дедушка. Вот это конформистская, точнее, требующая конформизма жизнь в мире отчуждения, она отторгает от человека диалектику, и человек начинает бояться диалектики, инстинктивно гнать ее от себя. Ну, дальше мы будем работать над проблемами товарного производства, капитала, эксплуатации и так далее. Давайте я оставлю вот этот, так сказать, анонс с контактами на какое-то время. А, пожалуй, что даже я и остановлю демонстрацию экрана. Давайте мы перейдем в режим, где мы видим друг друга. Правда, у нас 2/3 по-прежнему скрывает свои лица. Помните «Белое солнце пустыни»? Гюльчатай, покажи личико, да? Правда, это кончилось трагически, поэтому я требовать показать личико не буду. Хорошо, друзья, мы почти час поработали, время позднее, поэтому давайте перейдем к вопросам. Я, извините, не выключил телефон, я отвечу, что у меня лекция. У меня лекция, перезвонить через полчасика. Вот, кстати, выключу телефон и постараюсь ответить на ваши вопросы. Модель у нас такая. Те, кто сейчас у нас в онлайн-пространстве в Zoom, могут задать вопрос. Какой-то значок есть, поднять руку. Как вы знаете, вот, пожалуйста, используйте этот значок, я вам предоставлю слово. Те, кто смотрел и смотрит трансляцию, к сожалению, не смогут принять участие в этом процессе. Если вы хотите, коллеги, участвовать в Zoom, то вам надо заполнить анкету, которую мы всем рассылали. Если вы ее вдруг не получили, то вот я только что демонстрировал почту. Давайте я еще разочек на минутку выведу этот последний слайд. Вот, почта buzgalin@mail.ru или conf@mail.ru. И мы вам вышлем ссылку на регистрацию, на Google анкету, где вы зарегистрируетесь и сможете принять участие в работе в Zoom. Почему мы это делаем? Потому что в ряде случаев ссылки попадают, то есть ссылка на Zoom попадает в руки недобросовестных участников нашего диалога, и эти хакерские атаки мешают нашей работе. Мы ни раз, ни два с этим сталкивались, поэтому проводим регистрацию, чтобы случайных людей просто не пустить в наше пространство. Итак, пожалуйста, ваши вопросы, поднимайте руки. Пожалуйста, Никита Иванов. Спасибо большое за лекцию. Вот у меня есть один вопрос по поводу определения практики. Могли бы вы его раскрыть поподробнее? Субъектно понятая общественная жизнь. Ну, на самом деле, это будет, наверное, одной из наших заключительных лекций, где я буду говорить о человеке как творце истории, человеке как рабе истории, функции объективных законов. Но если это коротко, это общественные процессы, в которых человек выступает как творец истории и раб истории одновременно. То есть это историческое понимание общественного процесса, в котором человек выступает как потенциальный преобразователь общества, но одновременно и подчинен. Человек подчинен объективным законам, но познав эти законы и обретя статус социального творца,
там, скажем, организовавшись в политическую партию, профсоюз, социальное движение, может эти отношения, объективные отношения, общественные отношения изменять в соответствии с объективными законами развития истории. Спрямлять русло реки, строить канал, да? Ну или наоборот, делать запруду и устраивать болото. Так, пожалуйста, Владимир Соснин. Спасибо большое за лекцию. Есть такой маленький вопрос по поводу подхода постмодернизма и, соответственно, по вопросу по части практики. По вашему мнению, является ли деятельность партии КПРФ как пример классического постмодернизма в плане деконструкции? То есть по факту заявляется одно, но на практике происходит другое. То есть полное переосмысление. Ну, вопрос, вообще говоря, в стороне от нашего курса. Я думаю, что если бы вы сказали нашим консерваторам из КПРФ, что они постмодернисты, они бы вас нехорошо прокомментировали. Как-то, то есть они бы очень нехорошо прокомментировали это положение. По факту есть элемент вот этой постмодернистской деконструкции коммунистического нарратива. Я нарочито высказался в постмодернистском духе. Да? Тут вы правы. Хотя КПРФ очень разная организация, там есть масса людей, которые талантливы, обладают марксистским видением, участвуют в активной общественной деятельности, поэтому тут, скажем так, основная линия КПРФ, вот тогда да. Но давайте вернемся к капиталу, методологии капитала, потому что этот курс, он внеполитичен. Да, он создает предпосылки для понимания политики, для политической активности, но сам по себе он не таков. Я работаю в YouTube-пространстве во многих сферах, где я не боюсь диалога на политические темы, но не в этот раз. Спасибо. Да, еще вопросы? Вот у нас, да, Владимир, вы еще один вопрос хотите задать? Или это просто руку не убрали? Да, друзья. А, вот, да, еще возник вопрос. Извините, да, пожалуйста. Тогда одну минутку я прочитаю в чате. Салават написал, что трансляцию 1 марта посмотрело уже 280 человек. Сейчас у нас 25 человек, кроме наших 25 в Zoom, еще 25 человек у нас на сайте и канале «Альтернативы» смотрят нас в YouTube. Так, кроме Владимира, у кого есть еще вопросы, пожалуйста, поднимите руки, коллеги. Внизу есть такая рубрика. Нет, да? Пожалуйста, Владимир. Второй вопрос вот по поводу диалектического метода. Вот можно ли вот на наше время изучать подробности такого вот произведения Морриса Комфорта «Диалектический материализм»? То есть в рамках 50-х годов 20 века понимание диалектики, диалектического материализма. Или его следует как исторический труд расценивать и не переносить на наше время? Если честно, я, конечно, знаю все, но про данную книгу я знаю то, что она есть, но саму ее не знаю. Значит, я должен сказать, что есть книги, которые не устаревают. Это может быть и Аристотель, и Платон и так далее. Да? Поэтому конкретно, то есть, ну, в данном случае конкретно, об этой именно книге я сказать не могу. В большинстве случаев такой стандартный марксизм 50-х годов был очень примитивен, за небольшим исключением. Ну, вот, скажем, Розенталь, комментарии к «Капиталу» Розенберга, ну, они чуть позже, на самом деле, уже вошли в оборот. Ну, на самом деле, ранний Ильенков, его кандидатская диссертация «Это рубеж 50-х, 60-х» – это сильная книга. Хотя с той поры тоже много воды утекло. И вот я предлагаю вам авторскую версию, то есть довольно далеко ушедшую от того, что можно найти в тех или иных цитатах Маркса. Потому что есть заметки Маркса о своем методе, есть «Капитал», который по-разному осмысливаем разными учеными. Есть большая полемика вокруг «Капитала» 20-х годов, и не только наша. Я читал в первой лекции «Большая полемика в творческом советском марксизме 60-х годов». Позюлин, Ильенков, позднее Мареев, многие другие ученые. Есин, Тронев, Шкредов, Юткин и так далее. Есть полемика Кристоф Артур,
английский ученый, я его называл его в прошлой лекции, забыл. Берт Лолман, ряд других, которые писали о диалектике Рису, Мессереш, их комментарии. Вот есть Бузгалин, который из всего этого вырос и старается быть близок к этому процессу. Да, естественно, я потерял, извините, это просто чудовищная ошибка Владимира Ильича Ленина, который написал, по-моему, очень умные, точные, в ряде случаев простые комментарии. Ну и в первой лекции я говорил о том, что Маркс ужасный злодей, потому что он посвятил самым сложным вопросам товара и денег, особенно первой главе, очень мало места, потратив кучу страниц, сотни страниц историческим иллюстрациям. Ну, великим не мы судим. Так, появились новые вопросы. Влад, вот, к сожалению, кроме английской Ника, у меня ничего нет. Пожалуйста, Влад. Представьтесь, да, пожалуйста, мы работаем. К сожалению, у меня нет возможности включить камеру. У меня просто вопрос. Представьтесь. Меня зовут Влад. Коллеги, мы работаем в том пространстве, где у каждого человека есть фамилия, имя, отчество. Да, если вы не хотите представляться, то оставайтесь слушателем. Ладно? Это наше правило. Так, в каком плане? Вам надо просто фамилию, имя, отчество представиться, правильно? Да, да. Ну, просто чтобы мы знали. Не хочется. Вот, вы извините, я не люблю интернет именно за это. Люди, требующие от профессора, других слушателей, участников, чуть ли не героических заявлений, революционных поступков, боятся назвать свое имя. Ну, бойтесь, слушайте тихо, скрывшись за ником. Возможно, вы находитесь в том пространстве, где вам имя называть нельзя. Это я не к вам, Влад, это я ко всем, да? Поэтому мы проводим регистрацию и вот работаем в этом режиме. Да, извините. Я на себя не воспринимаю. То есть мне несложно представиться. Моя фамилия Компанец Владислав Павлович. То есть, замечательно. Слушаю вас. Не совсем понятна ваша позиция, но это не суть важно. Главный вопрос. Сегодня вы затрагивали суть абстрактное и конкретное, что из себя представляет. Вот Ильенков также в своих очерках пишет всеобщее конкретное и всеобщее абстрактное. Мы это будем как-то в дальнейшем затрагивать или вопрос сейчас по ним задать? Это очень важный вопрос. Спасибо вам большое за то, что вы его подняли. Конкретно всеобщее, да, это категория, которая очень интересно творчески раскрыта Эвальдом Ильенковым и его последователями. Кстати, есть много работ общества философии и культуры, это ильенковцы. Следите за их материалами, если вам интересно. Восходит это все к логике Гегеля. Соответственно, конкретно всеобщее – это действительное единство многообразного, понимаемое не как одинаковость, а как реальная взаимосвязь в процессе развития и функционирования. То есть это вот закон совокупности отношений капиталистической системы как тотальность, как единство и развитого, и неразвитого состояния, развитие от простого к простейшего состояния капитализма, к наиболее сложному состоянию и так далее. То есть конкретное единство, единство многообразного в развитии и так далее. Абстрактно всеобщее, в ряде случаев абстрактно общее, это сходство, одинаковость в каких-то односторонних характеристиках. Ну вот я приведу немножко такой более простой пример. Я люблю задавать вопрос, где больше общего между дельфином и акулой или между слоном и ежиком. Да? Вот где больше единства? С точки зрения абстрактно общего, акула и дельфин очень похожи. Форма тела похожа, рыб едят, в море плавают и так далее. Но содержательного единства у них нет. Дельфин – млекопитающее, акула – рыба. А ежик и слон, хотя внешне совершенно не похожи друг на друга, на самом деле едины. Вот родовая сущность, вот это единство,
млекопитающие, которые вырастают из простейших каких-то генетически единых для всех млекопитающих видов, я уж не знаю, что там было, не помню, порождая все многообразие млекопитающих, это вот их конкретная всеобщность, которую трудно пощупать, но которая отображается в системе категорий. Ну, как-то так я могу ответить сейчас, 8:30 вечера, после 4 лекций, прочитанных перед этим. Лучше всего читайте соответствующий очерк Ильенкова, ведь у него есть понятие всеобщего, конкретно всеобщего, генетически всеобщего. В диалектической логике специальный очерк есть на эту тему. Хорошо? Пожалуйста, еще вопросы, коллеги? Хорошо. Если вопросов больше нет, то я хочу прокомментировать. Вот от Ивана поступил вопрос в чате. Допускается только в рамках данного курса. Да, я обсуждаю вопросы только в рамках данного курса. Если вас интересует смысл жизни, политическая борьба, исторические какие-то зигзаги или, наоборот, прямые линии, то давайте сделаем так. Вы прочитаете тексты Бузгалина на эту тему или посмотрите лекции Бузгалина на эту тему. И после этого можете в почте, которую я оставлял, написать мне вопрос. Я постараюсь вам ответить, если сочту его интересным, и сочту, что вы достаточно разобрались в том, что я написал. Это не потому, что я сноб, потому что у меня, друзья, постарайтесь понять, почему вот относительно жесткое ведение курса, ограничение во времени и так далее. Два журнала «Альтернативы и вопросы политэкономии», «Центр современных марксистских исследований». Вот этот добровольный курс, который, естественно, я читаю не за деньги, вы смотрите не за деньги, Салават все организует не за деньги, на коммунистических началах. Спецсеминар по капиталу, который я веду с теми, кто уже прошел курс политэкономии или сам изучил какие-то политэкономические основы. Нагрузка на философском факультете, нагрузка на экономическом факультете. Институт госплана, который недавно создали в Московском финансово-юридическом университете. Свое собственное желание сделать новое издание глобального капитала и дописать его третий том к 70-летию, который будет через год с небольшим. Ну и много чего другого. Еще хочется по-прежнему гулять, ходить в консерваторию, плавать в бассейне, пить кофе с любимой женой и так далее. Вот поэтому я себя так нехорошо веду. И со всеми, кто хочет задавать вопросы, не общаюсь. К сожалению, подавляющее большинство тех, кто задает вопросы, просто любопытствующие товарищи, не желающие сколько-нибудь напрячься и поработать. Вот такой злодей Александр Владимирович Бузгалин. Извините, если я кого-то обижаю этим. Все, друзья, раз вопросов больше нет, большое спасибо. Встречаемся через неделю.